Всем привет! Сегодня в обзоре и в продаже Renault Megane 4. Только приехал. 2017 год. Цена автомобиля 12 800, чтобы купить. 1.5 дизель. Автомобиль в идеальном техническом состоянии. На новой уже зимней резине. Что большой плюс. Очень высоко стоит. Полноценное запасное колесо, домкрат, все на месте. Парктроники передние, задние. Комплектация, как любят говорить, Zen. Сейчас покажу сервисные документы. Все остальное. Вот резина Michelin. Вот новая резина зимняя. Большой плюс. Багажник. Состояние салона. Салон чистый, аккуратный. Вот. Пробег автомобиля 125 тысяч. Есть сервисные документы, документы с аукциона. Полностью все, что подтверждает пробег. Кто ищет автомобиль с минимальным пробегом, редко попадаются. Вот складываются зеркала. Бесключевой доступ. Пишет разряжен ключ. Еще не перевел язык. Вот 125 тысяч пробег. Старт-стоп. Датчик света, дождя, мультируль. Требуется провести сервис, не сбивал специально. Вот. Автомобиль 24.10.2017 год. С аукциона аукционный лист был с пробегом 125 180 километров. Сейчас 211-330 километров проездил я. Мой номер телефона. Так, ВИН-код автомобиля. Есть запись последняя в сервисной книге на 94 тысячи. Сейчас откроем капот. Датчик по полосам. Навигация активная. Засвечивает, не пойму. Навигация, датчик давления в шинах. Вот система, полно разных. Система. Нужно выбирать русский, чтобы переводила на дисплее. Дать давление в шинах. Вот. Разные меню можно выбирать. День, ночь, обогрев, включается фен. Так, пойдем дальше. Круиз-контроль включается. Ограничитель скорости, круиз-контроль на руле включается, громкая связь. Тормозные диски помененные, по тормозным дискам где-то 1010 проехали. Вот открыл капот. Дневные ходовые огни. К9К. Топливная Continental. Вот.
седьмом месяце 2020 года 94 тысячи был последний сервис, сейчас уже 120. Надо замена масла. Масло уже будет черное. Ремень меняется по регламенту 150-155 тысяч. Еще 25 тысяч спокойно можно ездить. Такой вот. Автомобиль сегодня, напомню, находится в Виннице. Вот. Выхлопная. Состояние идеальное. Понравилось — пишите, звоните. Автомобиль в оригинальном окрасе, нету никаких красов. Такой сегодня у нас автомобиль. Всем пока. И до новых встреч в Виннице.